Всем привет, друзья! Такое небольшое экстренное включение. Дело в том, что мы сегодня едем на КОП. Договорились съездить покопать опять с Артемом. Я думаю, что вы его помните из ролика «КОП с местными». Это человек, который перешел с Xterra на 540 Vanquish. Ну и сегодня опять договорились покопать. Мы немножко опаздываем. Сейчас время 8.41. Должны были быть на месте 8.30, но так как пробки немножко подзадержались, вот сейчас едем. Но дело в том, что сейчас Артем позвонил. Он уже на месте. Он с еще одним товарищем. И говорит, что, ребят, вы что так медленно едете? Мы только с машины вышли, сразу рубль николаевский подняли. Не знаю, правда или нет, сейчас приедем, проверим. Но интерес побыстрее приехать на место у нас дикий. Копать сегодня будем два ванкиша на новой прошивке против два эквинокса на новой прошивке. Два ванкиша 540-х и эквинокс 600-й и 800-й. Что из этого получится? Будут ли там еще находки? Потому что, как практика показывает, обычно бывает, если находишь какую-то крутую находку, больше там делать нечего. Ну, проверим и этот миф сегодня. Так что смотрим. Вот они, товарищи. Один здесь, второй где-то там за кустами, не видно. Что-то копают. Не знаю, что там с рублем. Подойдем, покажу, если есть, если не обманули. Ну и вот сразу помню, много комментаторов было, когда ванкиши вышли в продажу по поводу их красного цвета, что издалека будет видно. Вот вы посмотрите сейчас, мне скажите, кто из них ходит с ванкишем, а кто с эквиноксом 600. Понятно было, что глупость люди пишут, ну так просто. По настройкам. Все металлы, мульти. Режим будет поле 2, как всегда. Настройка этот электропомех не нужна. Грунт я сейчас настрою вручную. 5 тонов. Скорость пятерка. Стандартные классические настройки. Денис будет ходить с ванкиш 540. Что-то, ребят, я не понял. То ли обломок крестика это, то ли какая-то жбонька. Сейчас посмотрим. Сигнал был 4.5. Да, тельничек. Но, к сожалению, не целый. Нижнего луча нет. Ну вот видите, как первый сигнал, сразу крестик. Обломок, конечно, не целый, но все равно. Хожу я сегодня с Vanquish 540. Режим монеты. Маска полностью открыта на всех металлах. Чувствительность от максимальной минус 1. Вот так, все простые настройки, ничего сложного. Очередной сигнал, интересный такой. Смотрите, 30 31. А вот это, наверное, железяка. А нет, камень 31. О, так, у Дениса там царь вроде как. И у меня здесь хороший сигнал. Похоже на монету, да, ребят, смотрите. Зелененькая. К сожалению, щеточку я сегодня не взял с собой. Но похоже на, не знаю, даже на деньгу, наверное. Антона, у тебя щеточка есть? Сейчас у Антона возьму, почищу. Что там, монитос? Да. Не знаю, то ли деньга.
Нет. Это деньга. А у меня конина. Деньга убитая вообще. Конечно, год я уже не разгляжу, скорее всего, но и не так важно, что она убитая все равно. Но хорошо, что находки пошли, находки есть уже, буквально мы отошли от машины, вот, 20 метров. Сразу же, видите, петельничек, деньга. Ну, пойдем посмотрим дальше, что будет попадаться. Двойной такой сигнал, 11. Вроде неплохой. О, ключик. Ключик от замка. Или от сундучка. Или от шкатулочки. Ну, интересный такой, древний. Вот так. Чё, где рубль-то? Наебал, короче. Да ладно, что ты? Что-то не пойму, что ты. Все равно сигнал говно. Непонятно. Че, как есть, что по находку? Нет. Вообще ничего? Нет. Ничего себе, у Дениса крестик уже, у меня две конины. А у Дениса тоже крестик. Это я лошара. Я как бы и не скрываю. Вон, бежит, бежит. На серенькие у тебя. Это жены Антона, я свои забыл. Рассказывай теперь. Смотри, это сейчас. В настоящее время не политика. А у меня отец с цветочками тоже пришел. Сейчас и радугу не вызываю. Че по находке? А мы уже накопали полную команду. Так я и говорю, положи меня на место. Че? Я тут это зарывал за хера себе еще и монету. Да. Это че, полушка? Деньга. Деньга. 8. Первый раз, кстати, сегодня вышел я с пинпоинтером Sphinx 01. Это российский пинпоинтер. Что мне понравилось, так это то, что у него хорошая чувствительность. Мне после своего предыдущего гораздо удобнее. Быстрее нахожу цели. Вот что это такое, интересно. А, это луч от креста, по всей видимости. 12. Ребята что-то все поразбежались по всему полю. Антон, Артем, в разных странах все. А я возле машины хожу здесь. И вроде сигналы есть. Вот, смотрите, опять крестик. А этот целый, кажется. Сейчас посмотрим. Крестик вот, по-моему, листник такой маленький. На листник похож. Да, целый крестик. Отлично. И рельеф-то какой, смотрите. И ушко целое. Весь целый. Отлично. Выглядит как новый. Не затертый даже. Даже мелкий шрифт, смотрите, весь читается. Здорово. Вот только что вот серебрушка. Вон, видишь, циркульный орнамент. У меня тоже сердце ёкнуло разок. Ну, блин. Сейчас с собой таскаешь. Едь. Я коплю. Это утиная лапка с перевеской из шумелки. Ну, это дрём. А у тебя что? Ничего. Нет. Смотрите, какая находка. Вот это, да? Вот это находка. О!
Двухфутовую гирьку я уже находил царскую. Но это-то вообще, конечно, шикарно. Вот это да. Потом почищу ее, посмотрим, сколько она. Килограмм. Вот это я понимаю, находочка. Отлично. Вот это нравится. Забираем. Как будто бы даже на поверхности, но может быть часть от этой банки. Нет. Осколок. Колокольчик или бубенчик. Сейчас почищу вам покажу. Вот такая часть. Колокольчик или бубенчик был. Ушко, все, что осталось с него. 22-25 скачущий. Смотрите-ка, не монета ли это выкатилась-то? Выпала вроде монетка. Так, ну-ка. Опа. Так, Николаевский вензель вижу. Но это, скорее всего, 1/4. Не разобрать здесь. 22-24. Прям в борозде. Твердо. О! Смотрите-ка, прям сверху. Сразу монетка. Так, где-то здесь была. Я уже видел медная монетка. Вон она, вот она. Но она прям сильно окислилась. Очень сильно. Она тут в воде, наверное, все время лежала. Вот почистил, ребята, это 0,5 копейки 27-го года. Советик. Состояние, конечно, не очень, вся зеленая, но тем не менее находка интересная. 0,5 копеечки 0,5 копейки 27-го года. 700 рублей. А как вы смотрите на то, чтобы перекусить? Да, Артём, испортил коп здесь. Я виноват, да. Видите меня, бейте даже. В общем, сейчас было принято решение после обеда. Погоди. Что переедем на другое место, потому что находки есть только у Дениса. Он уезжать не хотел, конечно, но продавили решение. Сейчас переезжаем, не знаю, посмотрим, что будет на новом месте. Поехали на другое место, на этом нашли 3 советика всего, на всю толпу. Решили место поменять, потому что ходим уже 2 часа, наверное.
сплошняком одно железо, больше ничего нет, даже полезных никаких, ни пробок, ничего такого. Проволока и железо, и все. В общем, решили поменять место. Ребята, выскочила монетка. ВДА был низкий, 10 почему-то. Сейчас посмотрим, что тут. А, ну это советик. 15 копеек. Пятьдесят седьмой год. Ну, хоть что-то. Это первая находка у меня после обеда. Хоть что-то попалось, уже хорошо. Посмотрел сейчас на карту. Деревня была вот там, где не распахано, где не пашется. Из этой деревни шло две дороги. Одна в ту сторону, вторая туда. Ну и вот пытаюсь двигаться рядом с этой дорогой. Краешком зацепил. Самым краем катушки остановился, решил проверить. Но опять меня смущает звук. Слышите, да, что надрывается? Не, ребят, монета. Не понимаю, сейчас почищу, покажу. Так, ну это копейка. Копейка 1862 года. Сохран очень плохой. Здесь видим вензель Александр II. Вот, ребята, сигнал был 19. У меня камера села, не успел заснять. Попалось 5 копеек, 40-й год. А, нет, 46-й. Советик хотя бы, ну хоть что-то. Второй советик сегодня. Ну ладно, чистить не буду, что там. Обычный пятачок. У Артема, кстати, сигнал был сейчас 28-31. Ну вот и все, друзья. День наш подошел к концу. Как вы видите, уже у нас очень стремительно темнеет, хотя время еще 4 часа дня. По находкам прикольных каких-то крутых находок не очень много, но они все-таки есть. Сейчас я вам покажу. Отличился у нас сегодня Денис с Ванкишем 540-м. У него больше всех находок получилось. Были мы сегодня на трех разных местах. Ну и, соответственно, наверное, самое первое было все-таки самое интересное. И там наибольшее количество находок у нас получилось. Давайте покажу, что удалось найти. Так, это у нас находки Equinox 600-й. Таутиная лапка. Вот по этой находке очень интересно. В инстаграме фотографию выложил. И если кто-то сталкивался с таким, напишите, пожалуйста, что это может быть. Спереди какие-то немного англосаксские узоры у нас имеются. Дальше две пуговки, два советика и дальше обломки. То есть такая привеска была, иконка, обломок вот такого крестика, целый штурвальчик. Небольшой серебряный крестик тоже обломан, очень жаль. Ну и вот такая небольшая часть тоже, я как понимаю, от крестика. Это большинство с первого поля находки. Дальше у меня с эквиноксом 800-м сегодня тоже не очень все получилось. Одна копейка Александра II, пуговки, конинка и часть от колокольчика. Дальше находки Дениса. Такой интересный ключик, ювелирная почти работа. Конинка, совет,
полкопейки 1927 года, как Денис говорит, 700 рублей стоит в идеальном сохране. Небольшой крестик-штурвальчик, очень аккуратный. Ну и дальше, соответственно, тоже обломки. И самая интересная, наверное, находка сегодня — гиря. К сожалению, не удалось нам ее почистить пока. Посмотреть, есть ли там клеймо. Но я думаю, что в ближайшее время мы ее почистим и посмотрим. Вторая гиря уже у Дениса в этом году. Ну и самая драгоценная. Как вы видите, рублей николаевских никаких нет, как нам обещали с утра. И за это мы сейчас попросим Артема поделиться своим впечатлением после того, как он обновил прошивку на ванкеше. И что он заметил? Может быть, хуже стало или лучше? В общем, как по традиции, в роликах с Артемом он сейчас вам все расскажет. Всем привет! Обновил прошивку в августе, вышедшую для ванкеша. Прошивкой вполне доволен. Значит, металл можно убавить, что я и сделал. Убавил наполовину. А батареек действительно жрет дня на два полных. Жалею, что не поучаствую в акции, при которой можно получить пинпоинтер бесплатно. И всем рекомендую. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Всем пока.